Ну что, ребята, кто вообще смотрит? Кто с нами в чате? Пишите. Ставим мяско. Так, ну что у нас в чате? Ребята, вы где все? Что у нас с чатом сегодня? Вертолете опять. Флешка, все тут, ну круто. Просто такое молчание, я вообще не понимаю, здесь вы или нет вообще. Вообще я хочу всем напомнить, что вы можете на нас подписаться, чтобы быть в курсе, когда начинается стрим и быть с нами. Веспер ТВ, Уля ушла, Шейлич, да. Сидит сейчас с шарфиком, греет ее, блин. Уля ушла выпить кофе, чтобы взбодриться. Имиджа, подружка тебя покинула. Но сейчас она меня покинула, потом я ее покину. Все честно. Я в Mortal хотя бы чуть-чуть поиграю. Буду убивать Сабзира. Кстати, ребята, можете играть со мной онлайн, но вам нужно для этого зарегистрироваться на сайте BlackBet TV. И тогда мы с вами можем поиграть. Нужно будет добавить вас в друзья. Блин. Гребаный Сабзира. Все, ладно, я его сделала. Так что, вот, в общем, я смогу вас добавить в друзья, и с вами можем онлайн уже рубиться. Так что вот так. Что там, как у нас тема насчет 1 сентября? Самая такая животрепещущая тема последняя сейчас. Ай! Мне интересно, вообще многие люди отмечают 1 сентября? Школьники? Студенты? Или все сразу же ходят в учебу с головой? I'm the флешка. Ник у тебя прикольный. Ай! Блин, как же так? Я не сделала бруталити. Ну ладно. Все затихли, где вы все? Уля ушла. В чате молчите. Как так? Утка, ты где? Хотя бы ты же всегда на связи. А FTH куда делся? Тоже ушел уже? А, ладно. Буду пока наказывать тогда кожаное лицо,
там AMZ флешка, все плачут, только родители празднуют. На самом деле, да, я тоже, знаешь, так думала, блин, самое приятное – это как раз тема выпускных, там, еще чего-то. А вот именно 1 сентября реально, это так грустненько, печальненько, что просто как-то так, да. Что с Safe Nor? Я хотела Уле рассказать историю, но расскажи мне. Что там за история такая? Надеюсь, она интересная. Наверное, про выпускной ты хотела ей рассказать. Мочилова-рубилова. Сделала. Ура. В Эспорт-ТВ у моего дедушки рождение 1 сентября было. Думаю, хуже только когда в Новый год или 29 февраля с 8 марта. На самом деле, 1 сентября это нормально. Вот Новый год это... Да, нет, 1 января это да, это ад. А 1 сентября еще нормально. Можно совместить приятное с полезным. I'm go. Сколько тебе годиков? Попробую угадать, сколько. Если сможешь, конечно. А тебе сколько? А! Сейчас я его буду убивать, он меня бесит. Или он меня? Веспер, у тебя когда день рождения? Блин. Все, сделала. Ты молодец. Так, тебе 22. I'm go. Окей. Хороший возраст. Safe Nor. Ну ладно, расскажу тебе. Недавно мальчик на физре упал и порвал яйца об гвоздь, который был на полу не до конца прибитый. Пацана жалко, школьники рассказали. Да, весело проходит. Ну, типа, где я учился раньше. Слушай, на самом деле, когда придет Уля, расскажи эту историю. Она реально будет в восторге. Она любит такое мясцо. Любит пообсуждать такое. Брателла. Вау, шикарненько сидишь. Спасибо. Наконец-то мне удобно. Сегодня первый раз за день. Так. 18. Окей, хорошо, пусть будет 18, я не против. Так, ну что, Кэсси Кэйдж, на самом деле, одна из моих любимых, у нее просто крутые иксы, как она может это делать, вообще все нереально. Хорошая девочка. Может, разрешить ей, чтобы она сделала иксы мне? Он чужой такой. Люблю его. Что разошлась деваха, надо ее наказать. Ну что там у нас, ребята, вы где все? Здесь или нет? Safe Nor, что у тебя вообще интересного еще происходит, помимо таких историй в жизни? Как 1 сентября будешь отмечать? I'm Егу. Как тебя назвать-то? Правильно, какой у тебя ник? Милый голосочек, спасибо. Приятно. Дима Утка, ты вернулся. Ура! Где ты пропадал? Напиши что-нибудь еще интересное. Только не то, что ты писал в прошлый раз про свои истории.
Они очень дикие, слишком too much для меня. Так, I'm the флешка. У меня одноклассник в шутку так крепко схватил другого одноклассника за яйца, чисто по приколу. В итоге операцию пацану на яйцах делали. Слушай, прикольно. Надо взять на заметку, как надо наказывать всяких парней, да? Не понравился что-то, бесит тебя, схватил, все. Остался без яиц. Дима утка вернулась. Да, вернулась. А вот Джейк. JKS, как правильно тянуть, так, наверное, с вами по скайпу модно поговорить, можно, модно, с нами нас модно здесь смотреть, так что смотри здесь, добавляйся к нам в друзья, подписывайся в инстаграме, вконтакте, здесь, подписывайся на нас и будешь всегда в теме, где мы, с нами можно онлайн играть, тот же самый скайп почти что. Safe Nor, как всегда, с девушкой, с которой уже 1,7 встречаюсь. А так я тебя на работе смотрю. Угу. Понятно. А где ты работаешь? В Эспред ТВ. Когда я учился в 5 классе, кушал в столовой, и там есть конвейеры, которые развозят еду и возят грязные подносы. И вот сижу я кушаю, и подходит чувак к конвейеру, и вдруг ни с того ни с сего из любопытства засовывает руку в квадратный отсек конвейера. А дальше бешеные крики, оры, скорая помощь, разломанная рука вывернута, и в тот момент я поняла, что вокруг меня одни идиоты. Господи, фу! Такое реально бывает, не только в кино, а в жизни. Ух, как, да, мурашки от таких историй. У меня вот таких историй не было. Не знаю, максимум, что я видела, только какие-нибудь аварии. Ну да, в школе, видимо, вообще веселухи происходят. У меня какая-то была слишком скучная школа, очень спокойная. У нас там даже драк не было, никаких выяснений отношений, как-то, знаешь, ну так все было. Спокойно, Веспер. Не то, что у вас там такие разборочки. Так, 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 так. Подожди-ка, что там? Амиго. 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 Давайте буду звать просто Амиго. Тебе сколько лет? Амиго. Так, Safe Nor. Доставка 24 называется. Шествование, даже 6-го. Не доезжая до аэропорта. В офисе за компом. А, все, Домодедово. Понятно. Ну, круто, слушай. Прикольно. Самолетики летают рядом. Романтика, все дела. Тебе нравится там работать? Дима утка. У нас одноклассники втроем приставали к самой шалавистой девке в нашем классе. За грудь ее щупали и по жопе шлепали. В самый неподходящий момент она потекла и потом, господи, Дима, что ты? Что у тебя сегодня? Я тебя вообще не узнаю. Fat Crazy Gamer. Hello, hi. Yesterday you wear pants, today you wear shorts. I like this new look very much tonight. Thank you very much. Kiss for you. А весь класс это видел. Ну слушай, Дим, я на самом деле в шоке, что у тебя вообще происходит. Это реально правда? Вот ты серьезно сейчас говоришь? Фу. Просто мне кажется, в школе учатся не дети, а какие-то... Реально извращенцы. Офигеть. Амиго 22, зовут Юрий. Приятно познакомиться. Так, Димутка, так я тут. Причем это мои одноклассники, не я. Я тебе и говорю, что я их ненавижу, правда. Слушай, капец вообще. Слушай, надо, может, в какие-нибудь частные школы уходить лучше тогда. Чтобы такого не было. Или там похлеще еще будет. Что, даже, видишь, играть не могу. После таких историй буду поддаваться своей любимой Диворе. Хотя, наверное. Правда, я только пью иногда. Что, ты пьешь алкоголь? Так, Веспер. Веспер что-то тоже написал интересное. Еще тоже что-то похлеще, такую историю. Ну, ребята, вы вообще... В моем доме два мужика поссорились друг с другом по пьяни, один другого выкинул с балкона 6-го этажа и засунул в колодец с горячими трубами. Он там сгнил, и когда менты открывали, я проходил мимо и увидел ужасное зрелище, сгнившее тухлое до костей человеческое мясо. Господи, фу! Что это вообще? Это какой-то бред?
Мерзость, реально мерзость. Такое мясо, просто мясо. Дима утка, да ладно, я последний год отучусь и все. Ну да, слушай, что, остался последний год и все будет четко. Веспер, вообще ты нормальный, нет? Как ты на это вообще реагируешь? Просто ужас, ужас вообще. Ай, Мига, взаимно, а тебя как звать? Меня зовут Лена, приятно познакомиться для всех, кто с нами присоединился сейчас. Лена, можно Лене? Сейф Нор, реально извращенцы, вообще в раздевалку в женскую зашли. И там одной девчонке было очень темно. Она... Фу! Ужас, какие у вас истории. Ульяны здесь нет. Ульяна бы порадовалась. Все, убила. Малышку. Три года назад в доме напротив пьяный парень с четвертого этажа прыгнул. Где вы вообще живете? Просто это точно... Не, ну, конечно, я понимаю, да, что в России дикие люди, но настолько... Да, весело-весело. Привет, где Уля? Проводницей, что ли, устроилась? Все может быть. Я думаю, она скоро вернется, на самом деле. Веспер, зато я попал в камеру и вечерние новости, мне было лет 13 в то время. Ну да, что-то новое, интересное. Сережа. Сережа, ты главный поклонник Ульяны? Ай, Мига, где живешь? Я живу в квартире. А ты? Я с Германии. Из какого города? Я в Германии была только в Мюнхене, кстати. Хотела съездить в Берлин, но как-то не получилось, не доехала. Эфтейдж, где этот изверг? Ты о ком вообще? Об Ульяне? А про меня не читает, она думает, что я плохой. Дима, я про тебя не думаю, что ты плохой, ты что? Ты же знаешь, что ты нормальный, адекватный человек. Просто меня твои истории поражают. Сережа, да, я когда ее вижу, трепещу. Правильно, трепещи, раб. Забавно. Ганновер. Далеко. Тебе там нравится жить? Ты там вообще с детства живешь или переехал? Вообще, как там оказалось? Расскажи. Ай, Мига. Дима Утка, я хорошая, я просто пью на гастролях иногда и все. Да, ты же занимаешься танцами, да, если я не ошибаюсь? У вас там мальчики, девочки с тобой танцуют. Эфтейдж, изверг тот, кто надо мной издевается. Угу. Ну, Ульяна, значит, да? Ты на это намекаешь сейчас или что? Просвети мне. Николаус, Лена, сегодня танец будет? Не знаю. Мне кажется, я уже скоро пойду. Покину вас, оставлю вас с Улечкой. Будете обсуждать всякие такие животрепещущие темы. Дима Утка. 10 парней и 40 девочек. Ну, слушай, девчонок больше. На одного мальчика 4 девочки. Эфтейдж, верно, больше никто надо мной не издевается.
Ну, я так посмотрю, ты, видимо, такой мазохист, да, любишь, чтобы над тобой поиздевались и пожестче, да? Я делаю такой вывод, кстати. Аймига, а родом с Краснодарского края, у меня немецкие корни, в Германии 6 лет. А почему ты уехал на учебу или... Или родители переехали, или что вообще, или по работе? Сколько тебе лет вообще? Блин, такие, да, просто нападает. На меня, хочет меня убить. Фокси Тубокс, привет, и тебе привет. Как твои дела, Фокси Тубокс? Что это вообще такое? Неправда, она меня довела, и я ушел спать. Ну, видимо, ты ждал, да, того, чтобы она тебя довела? Только этого и ждал, видимо. Эх, как так? Ладно, сейчас надо сделать этого малыша. Малыша Такеду. Нет, ты точно мазохист. Любишь, чтобы тебя доводили, издевались, еще что-то. Не знаю. На самом деле, я к такому так странно... Не могу тебя понять, Эвтейдж. А, да говорю же, мне 22, переехали жить. Слушай, да-да-да, точно, у меня сообщение прилеснулось опять. Отвлеклась на игру. Дима Утка, у меня на гастролях всегда красота. Ну да. А что там с учебой, кстати, вы делаете? Как? Все, я поехала, до свидания, пока. Сережа, Лена, кто на чате? Ну, Уля на чате. Раз ее здесь нет, значит, она там. Так. Ой, Ермак. Кукусик. FTH, я думаю, в ней проснется совесть. Я думаю, не надейся даже. Не, ну хотя, как там говорится, надежда умирает последней, но надежда — это такая слабость. Так что забей. И ничего не жди. Ой, мой любимый Ермак. Надо в следующий раз будет его брать. Поиграем. Ну что, котятки мои, перерыв. Я вас покину. 5 минут. Через 5 минут. Наверное...